заглуши мотор. И тому скажи. Все. Так, кто прислал вас сюда? Кто сказал выполнять эту работу? По-русски не знаешь. Ты по-русски знаешь? Ты... Не знаю. Так. По-русски не понимаешь. Не понимаешь? Да, да. Сейчас поймешь, быстро. Давайте, собирайте свои эти манатки. Кто прислал? По-русски ты не понимаешь, девушки. Ты не сам пришел, тебя сюда прислали. Это территория, охраняемая леса, здесь косить нельзя. Останови своего. Сейчас прокуратура сюда едет. Быстро. Быстро бегом. Посмотри, сухое дерево стоит. Видишь? Останови его быстро. Так, сейчас сюда едет полиция и прокуратура. До охранной территории, где запрещено рвать травы, разводить костер. И все прочее. Вы сейчас нарушили все правила, и вы попадаете под уголовный закон. Кто вас сюда прислал? Кто вам дал такое задание? Она сейчас только вот... Нет, кто задание? Она. Кто задание дал? У вас лесхоз, идите. Где вам, она? Витебская. Где она? Позовите ее. Она только за машину уехала. Вон, куда она уехала? Зашла... В лес поехала? Да, в лес поехала. Как ее имя? Нина Васильевна. А, Нина Васильевна. Васильевна, опять та же красотка. А, Нина Васильевна. Значит, Нина Васильевна только что получила 2 предписания на оплату штрафа. А, вот, значит, сейчас будет уже не только штраф, а будет уголовное преследование. А вы как пособники, и неважно, вашими зарегистрированы руками. Здесь вы, или вы так просто без документов работаете, значит, ваши лица зафиксированы, имена мы ваши узнаем, поэтому давайте стримерами уходить, собирайте свои манатки и готовьтесь на выезд из страны. Здравствуйте. Вы позвонили на горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Обращаем ваше внимание, что в целях улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. В настоящий момент все операторы службы горячей линии заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. В настоящий момент все операторы службы горячей линии заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. В настоящий момент все операторы службы горячей линии заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. В настоящий момент все операторы службы горячей линии заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. В настоящий момент все операторы службы горячей линии заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Неужели у них столько нарушений сейчас по Москве, что невозможно к ним дозвониться? В настоящий момент все операторы службы горячей линии заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. В настоящий момент все операторы службы горячей линии заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Оператор Молчанова, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Запишите, пожалуйста, заявочку. Насчет чего? Насчет покосов травы в УПТ Бицкири. Луковую траву косят под ноль. Она даже более... Фамилия, фамилия, отчество, быстро. Фамилия? Какой там рядом адрес? Адрес это угол Соловьиный проезд, улица Рокотова. Ясенева. Сухостойные деревья уже стоят после этих покосов. Ребенка сухостойным деревом убило, потому что косится постоянно траву уже на протяжении последних лет. Уже была сегодня заявка по данному адресу. Очень хорошо. Будет проведена проверка. И запишите мою тоже. Моя заявка отдельная. Я не знаю, кто звонил. Номер мне скажите, заявочку, пожалуйста. Секунду, пройдите, я дам слово. Хорошо.
Я не скоростно так печатаю. Хорошо, подождите. Ваш адрес проживания? А улица Роктова? Вот сейчас мы подошли к поляне, которая чуть подальше, напротив гаражей, тоже вся выкрашена. Ваша заявка 24-393. Хорошо, спасибо. Когда ждать результаты? Инспектора выходит проверку в ближайшие дни, конкретно сказать не могу, потому что меня не повещают. Ну вообще-то у вас горячая линия, они должны реагировать мгновенно. Мы отправляем в ближайшие 30 секунд после завершения звонка. А куда вас нужная станция? Нужная станция. Куда-куда? В дирекцию департамента. В дирекцию департамента, да? А кто там руководитель? Руководитель департамента это пользователь, это Кузбачев, я это не знаю. Мы знаем, да. А руководитель дирекции кто? Мы отправляем сразу же по электронной почте. По-любачевскому? Дирекцию. А в дирекции кто руководитель? Фамилия? Не могу ответить на вопрос. Не знаете? Моя задача – это принять заявку, отдать нужную станцию. Ну, спасибо на этом. До свидания.